Всем привет, мои дорогие зрители! Сегодня мы будем краситься. И подписывайтесь ко мне на канал и ставьте лайки. И желаю вам приятного видео. И сегодня я вам расскажу про эти всякие. Это тени специальные, чтобы красить нам глаза. Здесь мои принадлежности для красивой. Это мои блестки для губ. Это моя помада. Такие вот. Вот еще моя помада. Вернее, еще для губ. Еще помада. Это чтобы красить, чтобы набирать. Тени, это брать тени. Это опять губнушка. Это губнушка. И это чтобы подкрашивать ресницы. Это специально зеркальце, чтобы красить себя. Это специально рисовать себе вот эти кисти на глазах. Это чтобы нам вот так брать. Это нам, чтобы губы делать им вот так вот обвод. Это нам такие вот ногти красить. Это нам тоже ногти красить. Это локон красить. И все у нас. И сейчас мы будем краситься. А для начала, чтобы краситься, мы сначала краситься будем вот этим гитарой. И сейчас мы возьмем вот так вот, откроем. Возьмем две кисти, чтобы брать их. Так, у меня здесь еще одна кисть есть. И начну я, конечно же, с голубых. Ну, на самом деле, одни тени, одни для губ. Говори, что ты делаешь. И сейчас мы красим себе глаза. Я начала. Вот так вот. И один глаз накрасили. Теперь начнем второй. И вы хотите какой? Вы, наверное, хотите розовый с этим, с синим. Фиолет вы хотите, да? Сейчас мы сделаем вам фиолетовенький. Я сейчас сделаю вам фиолетовенький. Вот такой я фиолетовый сделала, какой мне получился. Еще наберем вот это. Еще этого. И вот у нас такой фиолетовый получился. Сейчас мы покрасим второй. Так, надо же, наверное, еще чуть-чуть. Вот так вот наберем розовенького. Наберем очень много синенького и перейдем к розовенькому. Мешаем. У нас получился еще вот такой вот фиолет.
У нас получилось вот так. Теперь я возьму еще синеньким. И подкрашу синим глаз. Вот так у нас получилось. Теперь я собираю все, что у нас получилось, и кидаю. Вторую очередь у нас пойдет. Вот это. Окрасим так. Еще покрасим вот этот глаз. И вот этот. Нежные. Так, подкрашиваем здесь. Вот здесь. У нас получилось вот так. Вот как у нас получилось глазики такие. Теперь на подкрашивание берем опять синий. Подкрашиваем так синий фиолетовый. Выбираем фиолетовый и под синим красим фиолетовый. Здесь получается так. Получаем еще розовенького, еще синенького. Берем синий и смешиваем с фиолетовым. Ой, с беленьким. С розовеньким. Берем синенький, сыненький, синенького берем. И смешиваем с розовеньким. Ой. Вот этот подкрашиваем. Теперь под фиолетовым. Мы берем другую кисть. Тут не пачкать. Вот такую беленькую, новенькую. И накладываем синенькую. Блять. Такую синенькую берем. Синенькую. И накрашиваем синим здесь. После вот этих и накрашенных глаз будем вот эти. Идем вот так. Теперь берем красненькую и накрашиваем. Теперь берем, закрываем. Если у вас получилось чуть-чуть лишненькое, вы лишненькое подтираете. Вот так у вас получается макияж. Если у вас хочется попышнее, вы
пышные яйца. И опять же мы потираем лишнее. Вот. Вот так получается у вас. И сейчас я беру специально чуть-чуть волос и беру вот этот. Ой, вот так. Вот так вот. Нет. И вот я открыла его. Теперь берем локон страсти. Начинаем красить его. После накрашивания нужно отдать локон страсти вашему отдохнуть, потому что, чтобы он напитался, ему нужно промокнуть сначала в краске. И у вас получается вот так вот сначала. Нам очень сложно делать, потому что мне же нужно сделать как два локона, как у Карика. Так у меня нет сил, как стало локоны, потому что мне папа не купил. У меня получится синий локон. Теперь, после накрашивания, локон нужно отдохнуть, потому что ему нужно напитаться краской. После того, как он высохнет, его нужно будет расчесать. И у нас будет потом финал вот этот. Для начала мы докрасим губы. И вот мы уже накрасили он лысо. Он теперь как струнка натянутый. Он туда вот торчит, если я его туда сделала. И вот у нас... А тут еще его убрал. Мы этим еще не пользовались. А этим пользовались. Вот этим всем мы уже почти попользовались. Осталось только вот это. Это нарисовать стрелки. Нарисовать. И сейчас мы будем рисовать их. Уберем лишненькое. И рисую. Вот так. И снизу только вот так вот. Какие ноги? И вот так вот мы нарисовали. И теперь мы должны вот это все закрасить черненьким. Мы будем как енотики. Как и накрашенные енотики. Вот как у нас получилось. Теперь рисуем с другой стороны. Нарисуем вот так. И зарисовку. Сначала вот так.
И застёгиваем. Вот мы как получились. Кому хочется такой макияж сделать, обращайтесь. Делайте такой макияж и обращайтесь.